Привет, друзья. На Озоне заказали вот такую штуку из Китая. Ждали месяц. Но приехало не то, что мы ожидали, а приехал пробник. Вот такой, игрушечный. Для карандашей, наверное, я не знаю. Вот. Так что внимательнее читайте описание, потому что на фотографиях там было вот это. Вот, видите? Вот это. А в описаниях мелким шрифтом было написано, что размеры вот такие. В общем, я лоханулся очень здорово. Потом пришлось уже поискать здесь, у нас, и хорошая компания Дровокол, Колун Дров. Вот такую штуку купил уже, конечно, раза в 4 дороже, чем из Китая, но скупой платит дважды. Вот, а так, вообще вещь офигенная. Берем пенек. И раскалываем его. Прям по диаметру вот этого кольца. Пень попался. Дальше. Дрова колятся как семечки. Всем рекомендую. Классная штука. Только берите нормальную кувалду, что многие пишут отрицательные отзывы, типа ничего не колется. Видимо, они молоточком пытаются это расколоть. Нормальная кувалда на 5 килограмм. И все в порядке. А с Китаем будьте поосторожнее. 2000. 2000 вот это, 8 вот это. Ну, в итоге 10. Ну, этот малыш и папа. Вот. Пробник. Ребенок. Это для щепок, наверное. Ну, боюсь, что и щепки тут его сломают, погнут. Ну, поставить на полку каменную. Да. Что всегда помнить о даче. Сувенир. А вот эта вещь хорошая.